Все в деревне знают правду. Раджат Хакур Парам Сингх Теджават – контрабандист. Пули из его оружия попадают в ваших родных и близких, а также в жителей других деревень. Кто-нибудь тут может выйти сюда и принять правду? Семнадцать лет. В течение 17 лет Теджават устраивает международные свадьбы и отправляет ваших дочерей отсюда. 17 лет. 17 дочерей, 17 свадеб и 17 невест. Но почему ни одна из ваших дочерей не приезжала навещать вас? Почему, скажите? Не приезжала на праздники и на похороны? Почему? У вас есть ответ? В прошлом году ваша дочь вышла замуж. Она звонила вам или писала письма? Почему она не приехала на ее свадьбу? Почему не приехала? Потому что никто не знает, что... Что с ними со всеми стало? И в каком они состоянии? Потому что эти свадьбы — миф! Ничто иное, как миф! Ложь! Почему вы не понимаете, что они приезжают продавать оружие, а не жениться на ваших дочерях? Хватит! У вас 30 секунд, чтобы убедить вашу племянницу подписать бумаги. Всего полминуты. Пятнадцать секунд. Десять. Пять. Четыре. Три. Два. Кто? Кто она? Что вы говорите? Вы не ослепли и не потеряли рассудок. Вы ее не узнаете? Я все вижу. И нахожусь в здравом уме. Нет. Я совсем не знаю эту девушку. Если я никогда не видела ее, как? Как я могу ее узнать? Вы предали не только страну, но и родственные отношения.
Я знаю. Я знаю, что вы вырастили ее как родную дочь, ведь так? Именно. Ради Таджавата вы предали родного человека. Парам Сингх Таджават. Парам Сингх Таджават! Выходи! Встреться со мной! Выходи и признай, что эта девушка из вашей деревни! Приветствую вас. Вы звали меня? Верно, гласит старая поговорка. Произнесешь имя сатаны, и он тут как тут. Надеюсь, в вашей семье все в порядке. Спасибо. Теперь слушай. Таджават. Слушай внимательно. Чтобы выслушать того, кто позвал тебя сюда. Иначе мне бы пришлось вызвать вас в штаб-квартиру СБГ. Встреча не может быть создана силой. Только велением судьбы, майор. В твоей судьбе все плохо кончится. Попросите жителей деревни ответить на мой вопрос. На простой вопрос. Даже у меня есть один вопрос, майор. Почему офицер СБГ вдруг стал голосом деревни? Пожалуйста, не путайте их. Они вас не восхваляют, а всего лишь удивляются вашему присутствию в этих местах. Задай этот вопрос себе и получишь ясный ответ. Позволь сказать мне кое-что. Позволь, я скажу. Сегодня утром свадебная процессия с женихом. Вы спрашиваете меня о той процессии, которую вы, майор, сегодня утром беспощадно расстреляли? Спасибо. Ты хотя бы признал, что эта процессия направлялась из Бирпура. А теперь признай, что они получили деньги и оружие, переданные тобой. Господин майор, это очень старая традиция Бирпура. Уже много лет свадебная процессия каждый год выходит отсюда, забирая одну из девушек нашей деревни. А вот то, что касается вопроса оружия и денег, я не могу принять и признать это. Не могу. Но самое интересное то, что и ваше начальство не признает это. Если ты помнишь о свадебной процессии,
то и невесту знаешь в лицо. Просто хотел благословить ее. Могу я попросить у вас разрешения? Пусть Бог даст тебе мужество и силы вынести все это. Хотя она и выглядит как невеста, но она не из нашей деревни. Мистер Сантош женился в нашей деревне и смог спокойно пересечь границу, не попав в ловушку и избежав нападения с вашей стороны. И невеста также мирно доехала до ее родственников. Я не знаю эту девушку. Никто в деревне ее не знает. Майор, в Бирпуре есть одна известная поговорка. Выслушайте ее, ладно? Не будь так зол, иначе потеряешь рассудок. Что в данной ситуации значит, что ты наставил на меня пистолет, а мои люди атаковали тебя ружьями. Знаешь, сколько их? 1, 2, 3, 4, 5. Мы заняли позиции, сэр. Что случилось, Теджават? Ты вдруг разучился считать? А ну-ка, опустите оружие! Опусти оружие, офицер. Теперь я прошу вас, пожалуйста, покиньте Бирпур. Я не знаю ее точно так же. Как и о продаже оружия, снарядах, деньгах. Сэр, думаю, рискованно что-то предпринимать. Нужно уходить.
Ваш солдат умен. Прислушайтесь к его совету. Что ты меня не знаешь. Не говори так. Я заклинаю тебя. Тетя, спаси меня. Я не поеду с ним. Тетя! Тетя, тетя, мне страшно. Позволь мне остаться с тобой. Я не хочу ехать с ним. Тетя, не позволяй мне уехать. Я не хочу ехать с ним. Я не хочу, тетя. Не хочу. Не хочу. Не хочу. Прости, девушка. Отойди от меня! Зачем разыгрывать спектакль? Я уже сказала, я не знаю вас. Хватит. Мне нечего вам Мы связываем тех, кто может сбежать. А тебе бежать некуда. Ты вернешься в ту деревню, где тебя никто не знает. Или в пустыню, которая съест тебя живьем. Зачем все усложнять? Вот. Я даю тебе еще один шанс. Если будешь на свободе, то даже те, кто не знает тебя, признают, что ты есть. Давай, подпиши. Подпиши.
Подпиши! Кого ты пытаешься спасти? Кого ты хочешь спасти? Тех? Тех, кто отказался признавать тебя своей родственницей? Твоя тетя! Ведь она твоя тетя! Она не издала ни звука! Это не новость. Ты же женщина. Не только ты, но и она.